Здравствуйте. Хочу поделиться конструкцией своей пивоварни. Я приобрел в интернете бэушный такой стерилизатор DGM-200S. Значит, ну, я его переделал. Получается, поставил по центру насос у меня стоит, выход, датчик температурный, ТЭН. Ну, в принципе, тут конструкция сильно не менялась. Единственное, было просверлено два отверстия здесь и здесь. Ну и установлено тут медные у меня получается штуцера. Значит, был врезан кран. Ну, кран, в принципе, здесь и находился. Родной, ну, у меня поломался, пришлось поменять. Значит, что еще доделывал? С нержавейки, с трубы. Вот. Делал такую штуку. Так, вот это тот, что вкручивается в центре. Значит, получается, здесь сверлил отверстие внутри, ну, где-то вот так вот. И 4 отверстия просверлил где-то на 6. Вот. Вот. Получается, так вот оно сюда вкручивается. Но перед тем, как вкрутить, вот, была вот такая крышка скороварки. Ну, края были обрезаны. Значит, так вот оно у меня собирается. Ну, кому интересно, будет конструкция. Так, вот мы ее зажали. Значит, подача насоса осуществляется вот в эти отверстия. Тут устанавливается бак для солода. Вот он. Так, уставляется сразу на уплотнение. Значит, ну, собирается. Засыпаем сюда солод. Закрывается фальшнос сверху и притягивается вот таким вот образом уплотняется. Так, ну сейчас покажу, что с другой стороны. Ну так, вот часть с нижней стороны. Установлен у меня здесь обыкновенный циркуляционный насос для отопления, шестерка. Значит, подсоединен нержавеющая труба и труба подсоединена на кран. Вот две трубы, получается, тут тройник у меня стоит. Вот, подсоединяется сюда. Значит, вот подключение ТЭНа, термодатчик, который подключается к автоматике. Ну, в принципе, все. Ну, буду варить пиво, еще сниму видео. Да, еще хочу добавить. Вот этот бак был в комплекте с вот этим стерилизатором. Я просто в нем просверлил отверстие. И ну, вот оно так вот выглядит. Потом фальшдно делал я из старой стиральной машинки с бака. Значит, что хотел еще добавить, что самое интересное, сам бак вот этот, после того, как осолодим солод, его вынимать не надо, чтобы стекало. Он, получается, находится немножко выше, и, в принципе, за 15 минут полностью все стекает, и, ну, плюс промывка, стекает очень хорошо. Ну, пока у меня все.